В швейцарский город Давос съезжаются представители мировой финансовой и политической элиты. Более 40 глав государств и 1500 представителей бизнес-структур со всего мира примут участие во Всемирном экономическом форуме. Экономика и политические риски – это горячие темы нынешней встречи. Без внимания в течение ближайших 4 дней не останутся проблемы банковского сектора, цены на нефть и другие сырьевые ресурсы. Участники форума надеются выработать общую стратегию по развитию мировой экономики. Мы здесь для того, чтобы выработать иммунитет для улучшения состояния всего мира. Этот год определит дальнейшую судьбу человечества. Конечно, это отразится и на программе нашей ежегодной встречи в Давосе.